И от мегапроектов, меняющих Петербург, к нашим маленьким, уютным новостям, которые тоже есть неизменная и важная часть нашей жизни в городе. Вот, например, 1 февраля белорукому гиббону Персею из Ленинградского зоопарка исполнилось 30 лет. Это очень почтенный возраст для гиббона. Они в дикой природе живут около 25 лет, а тут уже 30 лет. Ну, дай бог Персею здоровья. У него, кстати, 5 детей. Он очень заботливый, внимательный отец. И это уже третье поколение гиббонов в нашем ленинградском зоопарке. Первые гиббоны появились еще во времена СССР, когда в 1973 году первую пару привезли из социалистической Братиславы. Вот у кого в эти дни тоже юбилей 30 лет. Посмотрите на это мудрое существо и еще раз подумайте о том, как это важно найти свой путь, свое место и свою цель в этой жизни, как это уже сделал в свои 30 лет Персей. Я был поражен, ощутил годам урон, словно в первый раз я увидел.